Я благодарна всем присутствующим за то, что вы приехали. Да уж, веселая компашка, ничего не скажешь. Да, у каждого из вас были свои причины, так сказать, чтобы помочь мне. От себя лишь я скажу, что все, что я обещала каждому из вас, я исполню. Да уж хотелось бы. А можете не сомневаться. Итак, кто убил Жанну Таранову? Мы это узнаем, если каждый из вас выскажет все. Абсолютно все. Чтобы было легче, начнем с меня. Это было на похоронах моего сына. Я поговорила с Жанной, потом подошел Витя, а потом ты. Пошли, я тебя домой отвезу. Алена Сергеевна, спасибо, я сама доеду. А зачем же? Самой-то, девочка моя, тебя подвезут. Я вам не девочка, и отвозить меня никуда не нужно. Здравствуй, Алена. Прими мои тоже. Жан, я тебе позвоню вечером. Угу. Ален, а ты что со мной, не разговариваешь? Чтоб я твои рожи паскудные больше никогда не видела. Понимаю такое горе. Только я-то здесь при чем? Всего хорошего. Не спеши. Я ведь не понимаю, чего Алена на меня взялась. Я тут совершенно ни при чем. Хотя понимаю, она мать, ей можно. Жан, ты прости, что я в такой день с делами насущными. Просто мы редко видимся, у тебя своя жизнь. У нас своя. С какими делами? Скажи, Мишка никаких ценных бумаг, документов не оставлял? Никаких документов он не оставлял. Мы развелись 100 лет в обед. Ну, ты же знаешь, браки совершаются на небесах. В разводе-то в разводе, а Мишка всю жизнь любил только тебя. Царство ему небесное, земля пухом. Вот я и подумал, быть может, он передал тебе на сохранение что-либо. Ничего он мне не оставлял. Я не понимаю, о чем вы. Скажу прямо, как родной дочери. Ты же знаешь, как я к вам с Мишкой относился, как к детям своим. Короче, Мишка занимался, так сказать, бухгалтерией, что ли. И после своей смерти никаких концов не оставил. Понимаешь, о чем я говорю? Хотите сказать, что он украл? Ты да почему украл? Ничего он не украл. Он же не знал, что скоро, так сказать, умрет. И мы теперь так попали. Ты не представляешь, Жан, как? Представляю. Жизнь вообще штука сложная. А тут еще Мишка подвел, взял, сука, и умер. Поэтому вы теперь о нем, как о родном сыне, и скорбите. А вот зря ты, девочка, так. Зря. Мишка действительно умер. Жизнь штука сложная, но она продолжается. В общем, можешь думать обо мне, что хочешь, но, Жануль, я ребяток-то подошлю. Каких ребят? Зачем? Да ты успокойся. Ты же и всех знаешь. Витьку Варяга, Серегу, да все свои. Они у тебя в доме там посмотрят. Может, Мишка где и положил, а тебе не решился сказать. Ага, в вещах моих рыться будут. Тьфу ты, да почему рыться-то? Просто поищут. Кстати, там кроме наших еще и Мишкины деньги, и тебе с них процент причитается. Небольшой, правда, но причитается. Ничего мне не надо. Ладно, пусть приезжают. А. Так вот и славненько. Коль ничего не надо. Но ребята ничего не нашли. Понятно. Кто следующий? Хорошо, давайте по порядку. Игорь, расскажите о вашей ссоре в день убийства Жанны. Ну, в общем, любимая, а тебе ничего не говорят цифры 967, 54, 78? Нет, а что это? А это, милая, номер мобильного телефона. И что? Твоего мобильного телефона. Таранов, ты рехнулся? Ты знаешь, что у меня совершенно другой номер. Знаю. Только я тут пробил по компьютеру, и выяснилось, что на твое имя зарегистрирован еще один мобильничек. Откуда? Слушай, не надо делать из меня идиота. Вот это что?
Слушай, нет, постой-ка. Постой-ка, мой бывший муж мне 100 лет назад говорил, что он купил 2-й мобильник. Я никогда не пользовалась. Симка где-то валяется. Можно на нее посмотреть? Надо поискать. Ты что, меня за дурака принимаешь? Егоров. Где симка-то? И неплохо бы с пин-кодом. Соедините меня с начальником 4-го заряда. Ну, накладка вышла. Завтра все решим. Но обещаю. Жанна, хватит. Слушай, прекрати, а? Ну, прекрати. Таран, что опять начинаешь? Вот он. Кто? Дон Жуанский список моей жены. Их тут человек 40. Ну, ты погуляла. Таран, втряхнулся? Таран, я не знаю. Я вообще не пользовалась этой симкой. Это может быть... Ильин Алексей! Дела какие-то бывшего мужа. Кто такой Ильин Алексей? Кто? Тоже товарищ по работе? Слушай, ты что ж они ищут? Слушай, за кого ты меня принимаешь? За идиота? Из-за этой симки Лекарин весь Тимоша. Сыр-бор. Дай мне Тимоша посмотреть. Твою мать. Ты не Тимоша. В себе. Я не в себе. Таранов, браво. Тимоша, как дал бы в морду наглую, так бы и полетела, сука. Ну а что ж ты, давай. Давай, не отказывай себе в удовольствии. Ты же хочешь. Давай, врежь мне. Не заводи меня, Жанка, я не железный. Ну что ты можешь? Языком чесать — это все, что ты можешь. Кишка танка, Игорек. Будет повод — врежу. А тебе мало повода? Да, это все мои тайные любовники, со всеми ними я спала. А ты жалеешь, что ты этого не видел? Таких тварей, как ты, не бить, а убивать надо. А таким тварям, как ты, это не дано. Ну и я уехал. Сейчас самое время кому-то заговорить. Хорошо. Если ты говоришь, что вы как раз только что поругались, то... Да. Это я. А это я. Это я, Жанна Таранова. Да узнал я тебя. Чё, совесть замучила? Нет, слушай, мы сегодня разругались с Игорем. Ну, понятно. Дело житейское, а я-то тут при чём? Заткнёшься ты или нет? Он нашел, точнее, я нашла. Короче, Миша когда-то купил мне еще одну сим-карту, я ее сейчас вставила в телефон, там совершенно неизвестные мне номера. Я думаю, что это не номера телефонов, а номера счетов, зашифрованные. Ты уверена? Ну, думаю, да. Но я не знаю. Я сейчас приеду. Твой дома? Придумай объяснение, кто я. Не придется, я же тебе говорю, мы разругались. Отлично, скоро буду. Нет! Что? Немедленно остановись. Ты остановился? Да, чего еще? Поклянись мне, что если я отдам тебе трубку, ты оставишь меня навсегда в покое. Что за детский сад? Послушай-ка, я стою около микроволновки. И если ты мне немедленно не поклянешься, я положу туда телефон и испеку его. Ищи потом свои счета до 2-го пришествия. Клянусь. Вот и славно. Ладно, давай быстро. Махов, как ты ее заставил? И вообще, когда ты подключился к процессу? Не сразу. Я за ней наблюдал еще на похоронах Боярова. Видел все. Чтоб я твое ружье паскудное больше никогда не видел.
Всего хорошего. Не спеши. Скажи, Мишка никаких ценных бумаг, документов не оставлял? Но решил девушку пока не беспокоить. Думал, если деньги есть, то она проявится. Но все-таки женщина есть женщина. Но она не проявлялась. Ну, и тогда я к ней подъехал. Жанна Петровна, куда спешим? Что надо? Шоколада. Что тебе еще надо? Тебе за Мишку генерал не дали. Давай валяй отсюда. Хватит орать, я по делу. Я знаю, что деньги, которые Варычев не может найти никак после смерти Мишки, у тебя. Вот сука, а. Тебе Мишки мало, тебе еще и бабки подавай. Так, рот закрой и слушай меня внимательно. Я не Варычев и папу разыгрывать не буду. Мне нужны деньги, и ты мне их отдашь. У меня их нету, бандиты уже все перерыли. Пусть теперь менты роют. Все, что найдешь, твое, только оставь меня в покое. Ну, делать мне больше нечего. Сама отдашь. А не отдашь? Что? Что, бить будешь? Давай. Нет, не буду. Я просто шепну браткам, кто мне их бригадира слил. Они сами тебя порвут. Махов, я правда не знаю, где деньги. Ну посмотри на меня. Ну что, я похожа на ту, которая ментов и бандитов разведет? Нет, не похожа. Поэтому отдашь, как миленькая. Я не знаю, где тогда, они. Тогда ищи. И не надейся, что я куда-нибудь исчезну. Я теперь каждый твой шаг буду пасти, сколько бы лет ни прошло. Поэтому даже не думай меня кинуть. Поняла? Поняла. Молодец. А потом, после того, как Жанна поругалась с Игорем и позвонила тебе? А после этого я приехал, Алена Сергеевна. Телефон мы твой давно прослушиваем. Только что ты звонила Махову. Короче, Жан, отдай не твое. Ну а если вы все слушаете давно, то должны были знать. Он сейчас придет. Не волнуйся. Его даже в парадное не пустят. Я жду. Ви,
Витя! Да? Подожди. Что мне этому минуту сказать? Ну что, что хочешь. Придумай что-нибудь. Мне все равно. И я ушел. Значит, Жанна была жива, когда ты ушел? Да. То есть ты ушел и все? Нет, не все. Ну что, ты расскажешь или я? Ну, давай ты. Начнешь гнать, я поправлю. Короче, я вышел. Привет, Витя. Здорово, Лёнь. Чудесный вечер. Замечательный. Может, обойдемся без ковбойства? В смысле? Отдай мне телефон. Не могу, ли? А чё так? Моё просить чё хочешь, это чужое. Нельзя. Никак, да? Никак. Значит, без ковбойства не обойтись. Обязательно нужно поиграть мышцами. Лёня, ведь у меня тоже пистолет есть. И я его так быстро достану, что ты даже хрюкнуть не успеешь. Ты даже не представляешь, насколько стремительно я хрюкаю. Я на конкурсе свиней призы брал. Догадываюсь. Я ж профессиональная свинья. А с этого расстояния хрюкну так, что у тебя мозги повылетают. Возможно. Только ты этого делать не будешь. Это почему же? Потому что там внизу мои ребята, и они прибегут на шум. И профессиональная свинья отправится на котлеты. Да. Ну, и ты шмалять не будешь. Почему? Ты что, за чужими бабками с опергруппы приезжаешь? Нет. Просто убийство одинокого мента, варяг, это пожизненка. Лёнь, какой ты в жопу мент? На тебе пробы ставить негде. Да мне в твоей конторе за тебя орден дадут. О, три. Ну что, врагу не сдаешься, наш гордый? Неа. Не пройдешь, Вить. Пройду, Лёнь, пройду. Ладно, иди. Ну что с тобой поделаешь? Иди. В общем, жестко общались. Минуточку, а Игорь тем временем? А чего я? Я ехал. Алло? Руслан, здоров. А, привет. Игорюк, говори громче, у меня тут собачий рай. Я говорю, поймал ее. Кого? Да Жанку, суку. Представляешь, у нее есть второй мобильник. Я на нее поднажал, она мне и вторую сим-карту показала. А там... Что там? Да просто собачий рай, как у тебя там. Точнее, кобелиный. Сука, Руслан, но какая сука? Своими руками бы убил. Так что в телефоне-то? Да мужики. Список всех ее мужиков. Нормальный такой, знаешь, дневник взрослой девочки. Хорошо хоть без пометок, кто как в постели. А сам ты сейчас где? Да где? Вот по городу круги наматываю, фиг его знает. Игорек, я думаю, это какое-то недоразумение. Ты что-то перепутал. Да мало ли что бывает. Да что я перепутал? Ты бы видел этот список. У меня за всю жизнь столько баб не было. А я тебе говорю, что ты бредишь. Руслан, да я... Что ты? Игорек, ты от ревности уже на стену лезешь. Это ж, надо же такой придумать. Специальный телефон, куда жена заносит по именам списки своих любовников. Сам-то слышишь, что говоришь? Руслан, я тебе клянусь. Поезжай домой, извинись перед женой и ложись спать. Это все бред. Ах, бред, да? Да.
Хорошо, я тебе сейчас его привезу. Да зачем мне-то? Хватит с нас одного сумасшедшего тебя. Я-то тут при чем? Не-не-не. Я сейчас заскочу домой, возьму телефон и привезу его тебе и покажу. Мне для друга ничего не жалко. Особенно, если друг мне не верит. Харли Дэвидсон сэкономил на пуле. Ты уж извини меня, но это реально не твои деньги. Так что давай, бывай. Стой! Чё, еще что ли добавить? Нет, нет. Предлагаю сделку. Лёня, чё ты мне можешь предложить? Я тебе кучу чужих баб. А ты мне что? Бояров, кажется, был тебе другом. Вот сейчас я тебя точно грохну. Успеется. А хочешь, я тебе расскажу, как его взял? А точнее, кто мне его слил? Жанна сказала, где скрывался Миша? Да. Этого не может быть. Аркаш, помнишь, как я тогда ночью к тебе приехал? Без резких движений, Аркаша. Успокойся. Я не киллер, иначе ты давно бы уже умер. А ты кто? Оперуполномоченный капитан Махов Леонид Ильич. Извини, что без приглашения. Грешен. Люблю дешевые эффекты. Ты соображай, с кем разговариваешь. Сявка вшивая, ну-ка встал с моего дивана, быстро! Встал, я сказал! Ты откуда взялся? Тут же сигнализация. Ну зачем тебе переходить на грубости, Аркаша? Какой я тебе в жопу, Аркаша? А ну-ка, сядь! Меня мои коллеги упрекают за неправомерные действия. А как мне быть? Что мне делать, если меня Бояров интересует? Ой, извини, больше ничем помочь не могу. Слушай меня, Аркадий Романович, и внимательно слушай. И не говори потом, что ничего не слышал. Я, как ты совершенно справедливо заметил, не дурак. Если приперся к тебе среди ночи, значит, думал, что делаю. Я пришел предложить тебе сделку. Хороша сделка. Сучить меня пришел. Нет. Ты завтра вместо того, чтобы понапрасну моего генерала отдел отвлекать, наведи обо мне справки. Попроси прошерстить личное дело. Зачем мне это надо? Я на плохом счету. Мне многое предъявляют, и в основном они правы. Но тебе любой скажет, что если Махов поставил перед собой цель, то он ее добивается. И никогда не будет в ближайшем будущем, а в реально кратчайшие сроки. Это даже мои враги тебе подтвердят. И тебе, дураку старому, я говорю, что Боярова я возьму. Попробуй. Есть нюанс. Если я его возьму с твоей помощью, то я прослежу, чтобы в протоколах ни разу твое поганое имя не упоминалось. Слово даю. А вот если ты мне его не сдашь, то я лично прослежу, чтобы ни грамма дерьма, которую он на тебя выльет, не упала мимо. Вот такой у тебя, Аркадий Романович, выбор. Ну, я тебя услышал. Только знаешь, если б я на старости лет окончательно свихнулся и решил бы тебе слить своего, я бы все равно не смог это сделать, потому что не знаю, где он. А врать нехорошо. А вот зря ты так. Я, как ты говоришь, бандюган-то со стажем. И за базар отвечаю. Да, он действительно приходил ко мне. Просил, чтобы его не искали. Я предложил ему свою помощь, он отказался. Сказал, что сам найдет, где схорониться. Вот и все. Завтра ты узнаешь, что я его взял, и пожалеешь. Но будет уже поздно. И еще. Если ты все еще питаешь иллюзию по поводу того, что Бояров тебе не сдаст, то
Что? Все-таки почитай мое дело. У меня все колятся. Капитан Махов, Леонид Ильич, я по поводу вашего бывшего. Нет, я не знаю. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Я тогда, Аркаша, от тебя сразу к Жанне поехал. Наш общий друг Таранов очень, кстати, оказался в командировке. И поэтому беседа с ней у нас получилась весьма теплой и продолжительной. Я ведь сразу по ее глазам понял, что знает она, где бывший муженек окопался. Не думал, что расколоть ее окажется трудным делом. Ведь девушка была несговорчивой. Пришлось ее немножко поуламывать. Ты ее бил? Ну, пару раз врезал. Но она ничего не говорила. Ах ты, подонок! Да тихо ты, рыцарь! Сиди и не трепыхайся! Ну, въехал пару раз, было. На все бестолку не говорила, и все тут. Вообще, скажу вам, покойница была бабенка крепкая. Нервы, как канаты. Как я только не уговаривал, чего только не обещал, чем только не грозил. Ситуация ведь конкретная, дальше некуда. Ответь на вопросы, которые тебе задают, иначе будет очень плохо. Чего тут рыпаться и зачем? Так ведь нет. Уперлась как... Знаете, есть такие люди. По-плохому не хотят, а по-хорошему вообще не будут. И так, и этак. Попробовал поговорить по-человечески. И знаете, чем это кончилось? Она меня послала. И тогда я ей еще раз врезал. И знаете, на чем я ее прихватил? Сказал, что если не скажет, то ее программисту голову отстрелю. Вот тут она и спеклась. Она к тому времени уже успела понять, что я такими вещами не шучу. Если говорю, сделаю. Поставил перед женщиной простой выбор. Или ее бывший муж, или нынешний. Два – это уже слишком жирно. И все. Она тебе, дурака, видимо, очень любила. Жанка сказала, что Бояров прячется на квартире у ее подруги. Ну, дальше дело техники. Что это не Гонева. Обижаешь. Я ж профессиональная свинья. И без диктофона даже во сне не разговариваю. У нас все ходы записаны. Ты, конечно, можешь меня послать и уйти вместе с бабками, но ты этого не сделаешь. Это почему? Потому что ты, варяг, в душе пионер. У тебя лапы в крови по макушку. Но для себя ты человек чести. Я тебе предложил сделку. Ты мне деньги, я тебе того, кто предал твоего друга. Если ты мне бабки не отдашь, то тебе не поверишь. Будет стыдно в зеркало смотреться, потому как больше всех на свете ты не друзей любишь, а себя единственного. Давай, вали. Ну, пока. Только все оказалось зря. Жанна дала варягу не ту трубку. Куда ты только смотрел? Никуда не смотрел. Ну вот именно, послали на дело такого идиота. Да иди ты. А потом? Хотите знать, что потом? Потом... Thank you.
что? Денег не будет, извините. Жанка призналась, что слила Мишку ментам. И я ее убил. Что? Я убил эту тварь. Быстро ко мне. Погнали. Значит, мы с тобой всего на несколько минут разминулись. Да, твое счастье, хакер. А то бы лежал бы рядом с этой тварью. Ах ты, подонок! Убил и еще сидишь тут! Тварь! Да она Мишку сдала. Тварь. А то, что она твоя жена, отношения к делу не имеет. Суки. Все суки. Ты прав, малыш. Как говорится, в этом мире все говно, кроме мочи. Да. Я узнала все, что хотела. Вы выполнили все, что обещали. Теперь моя очередь. Ну вот, пожалуй, и все. Подождите, Алена Сергеевна. Подождите. Что, Витя? Ну вы же обещали. Я думала, ты догадался. Ален, ты какая-то странная женщина. Неужели ты действительно думаешь, что я выпущу тебя отсюда после всего, что наговорили? Аркаш, а какие проблемы-то? Ну, наговорил, это же не под протокол. Сегодня наговорил, завтра откажешься. Да не, ну не в этом дело. Просто понимаешь, мне так легче будет. Варяг, будь добер. Иди, застрели Алену Сергеевну, пожалуйста. Аркаш, ты что говоришь-то? Убийство адвоката при свидетелях. Ну, ты совсем дурачок стал. Да какие свидетели? Вот этот мент сучара и старый пердун наседка. Ну, какие же это свидетели, не смеши. Витек, давай. Хватит, настрелялся. Тем более в Алену я по-любому стрелять не буду. У меня здесь свой интерес. Все приходится делать самому. Аркадий Романович, ствол убери. Витек, я ведь могу из тебя начать. Аркаш, ты что, шутишь, что ли? А ты не дергайся, мент, все равно не успеешь. А вот я успею. Молодец, молодой. Ген, какие кадры подрастают? А что делать, Лёнь? Приходится о смене думать. Это еще кто там? Аркадий Романович, положите, пожалуйста, пистолетик обратно. И сидите тихонечко, пока мы все не уйдем, хорошо? Чего? Ну, не знаю, не знаю. Если так же стреляешь, как маячки крепишь к машинам. Что вы, товарищ майор, стреляю я отменно. Подтверждаю. С обеих рук. Это мы сейчас проверим. Снайпер. Браво, молодой! Я старался, товарищ майор. Если никто не возражает, мы, пожалуй, пойдем. Сиди. А...
Ген, вы молодец, что подстраховались. Я была уверена, что при свидетелях они не рискнут. Ага, молодец, он как же. А что? Идиот, я сам думал, что они не рискнут. Только я один ни в чем не был уверен, поэтому тупо сел на хвост своему непосредственному начальнику. Эй, подожди, это что, не было запланировано? Не знаю, нет, наверное. Ну что, Аркаша, поиграем в Тарантино? Или просто отдашь симку? Ну не знаю, если Витя меня подведет, тогда, конечно, отдам. Сам-то я нынче, он не стрелок. Извините, Аркадий Романович, я здесь по другому делу. Лень, ты же знаешь, деньги меня не интересуют. Меня интересует только вот этот человечек. Извини, Аркаша, Витя здесь по другому поводу. Так что давай сюда симку и смотри аккуратно. Если ты ее случайно испортишь, я тебе голову отстрелю. Давай сюда. Спокойно, Леня. Аккуратно. Достаешь ствол и отдаешь его мне. Аркадий Романович, я сказал, что по своему вопросу, но это не значит, что я на вас не работаю, если вы, конечно, не возражаете. Да, в общем, нет. Давай ствол и тихонечко клади на стол. Ай, Витя, Витя. А говорил, что деньги не интересуют? Не интересует, Лень. А что ж тогда? Не нравишься ты мне, Лень. И все? Да, давно. Очень давно. Вот так ведь, варяг. Морду ты мне, конечно, набил, но стреляю я все-таки лучше. Правда, Аркаша? Какой я тебе нахрен, Аркаша? Алло? Доброе утро, Гена. Доброе. Новости смотрели? Нет, а что там? Загадочное тройное убийство на складе. Убит авторитет Варычев, а также боец его группировки Виктор Копылов и некто Руслан Николаевич Елен. Ведется следствие. Понятно. Значит, сим-карта у Махова. Ай да Махов, как он их? Махов-то? Да я и не сомневался. Эта гнида нас всех переживет. Да, это точно. Алена Сергеевна, а вы что-то хотели? Да я, в общем-то, нет. Просто хотела поблагодарить вас. За что? Да за все. Спасибо вам, Гена. Не за что. Если когда-нибудь что-нибудь понадобится, обращайтесь, я буду рада. Ловлю на слове. Как только Аринка меня в следующий раз выгонит, я сразу к вам. Алло, я плохо слышу. Я говорю, как только Аришка выгонит, я тут же к вам. Я говорю, очень плохо слышу. Вы меня поняли? Понял. Все, до свидания. Что случилось? А, не слышал? Нет. Да, вчера ночью. Что, убили? Да нет, почему убили? Сам на своем Мерседесе под КамАЗ. Как сам?
Слушай, о покойниках плохо не говорят, но ты же его знал. Рано или поздно это все равно бы случилось. Нельзя бухать за рулем. Пьяный был в стельку. Нельзя.